У меня очень актуальный вопрос по поводу моего поколения. Вот, тогда я точно не ко мне. Я ваше поколение плохо знаю. Просто вот, учитывая ваш опыт жизни, научите бороться с ленью или как-то вот... Как быть вообще? Вы деньги откуда получаете? Я сейчас подрабатываю. Что сейчас? Подрабатываю. Правильно. Учусь хватает денег? Хватает. Вот лучший борец с ленью – это жадность. Вот когда вы захотите заработать больше денег, вот с этого начнется ваше желание что-то уметь и делать лучше. Понимаете, будьте жадным. Надо быть очень жадным, но не на себя. Не на себя. Надо жадно поглощать знания, надо жадно хотеть успеха, надо жадно к нему стремиться. Надо уважать себя настолько, что свою работу требовать и получать достойные деньги, которые вы будете тратить на тех, кому эти деньги нужны больше, чем вам, вашей семье. То есть быть эгоистом, да? Нет, наоборот, потому что вы эти деньги тратите на семью, поэтому вы не эгоист. Быть эгоистом глупо, эгоист как раз ничего не надо. Эгоист хорошо женится, откинется и будет говорить: жена, корми меня. Такой Васисуали Лоханкин, вот это законченный эгоист. Надо быть жадным до успеха, до развития, жадным до времени. Надо быть идиотом, чтобы быть лентяем, потому что жизнь проходит, сегодняшнего дня уже больше никогда не будет. На что ты потратил сегодняшний день? Чего ты добился? Что ты смог в своей жизни? Вот пройдет время, Господь тебя придет и спросит: ну, что смог? И ты скажешь: ну, мне было лень. Но я собирался, я не успел. Я учился, я готовился. Ну, чуть позже я начну. Всегда смотри и думай, тебе сколько сейчас лет? 20. 20 лет! Посмотри, сколько людей в 20 лет уже как много вещей успели сделать. 20-летние выиграли Великую Отечественную войну. 20-летние, это уже все, уже надо вовсю пахать. Ребята уже есть олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта, выдающиеся музыканты. Молодые ученые, математики обычно в 20 лет уже как раз на подходе что-то делают. Нельзя себя жалеть. Надо все время быть жадным до жизни, до каждого момента. Вот, тут, вот он здесь, ты его возьми, он твой. Я полежу на диване. Диван никуда не денется, ты денешься. Спасибо большое. Да, пожалуйста.